Маньяка, который держал в страхе металлургический район, отправили за решетку. Суд признал уроженца Таджикистана Аюби Адинаева виновным по статье «Насильственные действия сексуального характера». Как стало известно из собственных источников, мужчина причастен к нападению на трех школьников в разное время. Первый случай произошел в декабре 2018-го около дома 11Б на улице Пети Калмыкова. Педофил поймал школьника и стал показывать свой половой орган, а потом заставил потрогать его. Второй случай произошел снова на улице Пети Калмыкова, но уже в январе прошлого года. У дома 7Б мужчина заманил 11-летнего школьника в подвал многоэтажки, а потом обнажил перед ним свой половой орган. Школьник испугался и убежал. А через 10 дней попытался совершить насильственные действия сексуального характера в отношении другого мальчика, но уже на улице Байкальской. Но ребенку удалось вырваться и убежать. Вы что делаете? Вы что делаете? Ай-яй-яй. Я сейчас полицию вызову. Вы слышите меня? Извращенца искали 3 месяца. Со слов детей был составлен фоторобот. Задержали его в ходе специальной операции на китайском рынке. Всем привет! Сегодня мой сын и другие потерпевшие от педофила мальчики с сотрудниками ОМОН патрулировали район ЧМЗ. Педофила удалось задержать на китайском рынке. Его отвезли в райотдел. Дети его опознали. Этот урод задержан. Немного легче стало. Все это время педофил был в СИЗО, и вот извращенцу вынесли приговор. Его отправили на 15 лет в колонию строгого режима. Также потерпевшим он должен будет выплатить в общей сложности 650 тысяч рублей.